Смотрите, какой дождь! Надеюсь, он кончится до твоего дня рождения. Жду не дождусь бабушкиного пирога с корицей. Самый вкусный пирог на свете. О, как жаль. Ладно, попробую что-нибудь придумать. Они не могут доставить все для пирога и Ипполиту. Оползень перекрыл дорогу. Мы что-нибудь придумаем, бабушка. Да вы что, правда? Это было бы чудесно. Давай свой список, бабушка. Мы все принесем. Нет ничего невозможного. Гроза кончилась, гром был очень страшный. На небе было так громко, но я старался не бояться. Не нужно меня фотографировать. Вокруг такой беспорядок. Привет, ребята! У вас гроза ничего не разрушила? Нет, но все разметало. Мы только закончили уборку. Отлично! Нам нужна помощь. Да, тут без нас не обойтись. Драк и Тор, нужно расчистить дорогу. А что насчет нас? Что мы будем делать? Мы идем за покупками. И нужно, чтобы До преодолела этот оползень. Обожаю покупки, я в деле. Анки и Тор, вы со мной. Нужно убрать грязь. Хорошо, мы будем работать с Тором, а? Нет, мы будем работать с грязью. Холм какой-то рыхлый. Нужен забор. Подготовишь столбы, Трак? Одна опора уже готова. Пирог. А это особенный подарок от особенных друзей. Ура! 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 Ура
Какой чудный день, да, турбозавры? Сейчас он станет еще лучше. Ипполиту очень понравился ваш подарок, и он передал вам это. Кто хочет сладкий пирог с корицей? На опушке леса произошло возгорание. Передаю координаты. Какая отличная компания! Увидимся в кино! Ура! Я лучший вратарь в мире! Игра еще не кончилась! А где мяч? Улетел! И кто пойдет его искать? Вратарь не имеет права покидать ворота! Я принесу ваш мячик. Привет, ты кто? Тобик, Тобик, ко мне! Сюда идет человек, и он не один. Турбозавры, прячьтесь! Степан Петрович! Здравствуйте, дети! А? Машины в лесу? Странно. А что это вы тут делаете? Я объясняю ей, как играть в футбол. Тобик, ко мне! Здесь все равно нет ничего интересного. Ну что ты разлаялся? Идем лучше домой. Нам сегодня еще к ветеринару ехать. Все, они ушли. Ты чего, Анки? Ты что, не видел, как Тобику до понравилось? Ну и чему вы удивляетесь? В конце концов, среди нас я самая красивая. Постойте-ка, как же я? Вы только посмотрите! Крылья, бицепсы! Вы уже посетили ветеринара? А где Тобик? Убежал! Как? В городе погнался за мотоциклистом. Я бегал, звал его, но так и не вернулся. Мы должны его найти! Конечно, мы вам поможем. Даже не сомневайтесь. Хочешь что-то сказать, Тор? В городе много улиц. Думаю, чтобы найти Тобика, нам придется разделиться. Ты прав. Турбозавры, вперед! Не удалось найти Тобика. Но ведь он же пропадет. Он такой маленький, а город такой большой.
Вы слышите? Он где-то внизу. Наверное, он упал в колодец. Булли Тор, копайте землю. Анки, тебе придется поднять трубу. Трак, ты должен аккуратно извлечь Тобика. А ты, До, свети фарами, чтобы было больше света. Турбозавры, вперед! Все заняты делом, только обо мне забыли. А я, может, тоже хочу командовать. Ровнее, ровнее. Осторожно. Вот так. Внимание, исторический кадр. Собака – друг динозавра. Слышали? В гипермаркетах «Лента» и «Лента онлайн» новые игрушки с турбозаврами. С нами? Турбозавры, вперед! Спешим в «Ленту» за новыми играми с турбозаврами. Наборы для творчества, настольные игры, пазлы. Вот здорово! С нами можно играть. Спешите выбрать, что вам больше нравится. Полина, мои племянники, Борис с Федей пропали. Может, просто заигрались в лесу? А если они заблудились? Я так волнуюсь. Не беспокойтесь, тетя Нора, мы их найдем. Отлично. Прекрасно. Великолепно! Нужна ваша помощь! Надо найти Борю и Федю! Такая фотосессия! Делу время, потехи час! Лучший в мире разведчик готов! Они на лесной дороге. Надо их догнать. Считайте, что мы их уже догнали. Ну что, полетели? Вот это скорость. Некогда! Вас тетя Нора потеряла! Мы ей записку оставили, что поехали в кругосветное путешествие. Как объедем вокруг Земли, сразу вернемся! Что делать, Петя? Есть план! Надо сделать так, чтобы Боря с Федей вернулись домой. Ну как? Они ведь не хотят возвращаться. Любая проблема имеет решение. Сейчас они здесь. Буль с Тором, вы у них на пути роете яму, изображая дорожные работы. Боре с Федей придется свернуть сюда. Там их встретит завал из сухих деревьев. Завал устроит трак. Обожаю устраивать завалы. Только не забудь потом все убрать. И даже маленький завальчик нельзя оставить. Чтобы объехать завал, они спустятся во враг. А кто будет рыть овраг? Никто. Его уже вырыла природа. Хорошая все-таки у нас природа. Овраг вместо нас выкопала. Чтобы они выбрались из оврага, надо будет построить дорогу. Этим займутся Тор, Буль и Анки. Турбозавры, вперед! Похоже, приехали. Мы уже объехали вокруг света. Если бы мы объехали вокруг света, мы бы вернулись домой. Потому что Земля круглая. За мной.
путешествовать. Я устал. Хочу пирожки с брусникой. Чем быстрее мы объедем вокруг Земли, тем быстрее будем обедать. Вперед! Как мы теперь отсюда выберемся? Не бойся, что-нибудь придумаем. Я ж говорил, что-нибудь придумаем. Ура! Мы дома! Где вы были? Я так волновалась. Тетя, мы объехали вокруг света. А Земля не такая уж и большая. Что вы, Земля очень большая. Вот, смотрите, это модель нашей Земли, глобус. Объехать на велосипеде вокруг Земли невозможно, потому что на пути вам встретятся не только горы и пустыни, но еще и океаны. Значит, мы не объехали Землю? Ничего, подрастете и объедете, или облетите на космическом корабле. Я объеду, а я облечу. Вкусные у вас пироги с брусникой. Ешьте на здоровье. Спасибо вам, что нашли моих племянников. А при чем тут они? Мы сами вернулись домой. Да, это мы молодцы. До, Буль, Зер, Анки, Тор и Трак. Твои друзья турбозавры. Теперь они на веселых стикерах в Вайбер. Подписывайся на наш канал и посылай друзьям яркие эмоции. Ссылка в описании. Значит так. Шоколадное, клубничное, ванильное. Зер, не многовато ли мороженого для тебя одного? Нет. И вообще, там маленькие порции. Ладно, уговорил. Будет тебе мороженое. Порции совсем не маленькие. А если у тебя горло заболит? Ха, ничего у меня не заболит. Я самый здоровый птеродактиль на свете. Так, мы пошли за мороженым. Жди нас здесь. А то, мало ли, вдруг люди заметят. Что, дрон любит мороженое? Ну ладно, уговори. Я жду, только поторопитесь. И банановое! Банановое тоже возьмите. Это еще что? Если он заболеет, виноват будешь ты. Да ладно, он будет есть медленно и не простудится. Кстати, где он? Зер! У меня стресс! Я только что видел, как часть берега обрушилась в реку! Я спас Тобика! Героический поступок! А ты не придумываешь? Зачем мне придумывать? Я самый правдивый птеродактиль в мире! Идите за мной! Я вам все покажу! Ничего себе! Так это нельзя оставлять! Да, но что же делать? Выровнять склон и укрепить. Вот, есть специальные экоблоки для укрепления берегов. Их можно напечатать на нашем чудо-принтере. Правда, Зер? Задача сложная, но нет ничего невозможного. Петя, есть проблема. Мы укрепим берег, но тут же растения. Если их перекрыть блоками, они погибнут. Значит, мы их пересадим в другое место.
И после того, как мы укрепим набережную, там получится отличное место для прогулок. Замечательный план, Петя. Мы напечатаем блоки, и я отвезу их на место. Ты пересадишь растения. Тор разровняет склон, Анки его укрепит. Трак, ты погрузишь на меня блоки. Турбозавры, вперед! Ограждение вот такое. Трак, ты остаешься здесь. Базу нужно скрыть. Ну вот, опять пропущу все самое интересное. Еще один. Ага, сейчас. Да, все растения спасены. Не волнуйся, Тор, все в порядке. Тогда приступаем. Опять мне приходится работать больше всех. Красота! Да, Буй? Славно потрудились! Я думаю, все заслужили награду. Кажется, я знаю, чего он попросит. Кажется, я тоже. Что может быть приятнее, чем сидеть вот тут на берегу и любоваться закатом? Да, вот так вот смотришь на всю эту красоту, ешь мороженое и... А что такого смешного я сказал? Я же о красоте забочусь. Хочешь поиграть с нами в умные игры? Перетаскивай картинки, собирай пазлы, тренируй память, рисуй и раскрашивай. И собирай награды прямо на планшете или телефоне. Привет, ребята! Откуда вы такие веселые идете? Мы были в парке аттракционов. Называется «Мир джунглей». Ага, там все сделано, как будто в джунглях. Даже механические слоны и тигры есть. А у меня идея! Давайте построим наш парк аттракционов с динозаврами и назовем его «Мир динозавров». Идея, конечно, хорошая. Только где мы механических динозавров возьмем? А зачем нам механические, когда у нас есть настоящие динозавры? Для стройки возьмем доски от старого сарая. А вот тут, у входа, посетителей будет встречать трак. Так как у меня самая обаятельная улыбка, то у входа буду я. У меня тоже улыбка обаятельная. И... Не спорьте, у входа буду стоять я. Я самый вежливый. Спасибо и приятного вам аппетита. Подумаешь, вежливый. Да я в 100 раз больше вежливых слов знаю. Так, сейчас, пожалуйста, и спокойной вам ночи. Доброе утро. Благодарю и приятно познакомиться. Анки, Тор, мы построим большой парк. Места всем хватит. Вы оба такие вежливые и так невежливо себя ведете. А у входа буду стоять я. Я самая красивая. Значит так. Трак и Анки строят дорожку и мостик. Мы с Тором делаем пещеру. Турбозавры, вперед!
сегодня торжественное открытие парка «Мир динозавров». Приглашаются все. Пожалуйста, не кормите динозавров, они механические. Интересно, кто догадается кормить механических динозавров? И чем? Напоминаю, что для гостей мы механические динозавры, типа роботов. А ты, Тор, постарайся ничего не есть. Роботы не едят. Что, я маленький, что ли? И потом я уже пообедал. Ну тогда все по местам. Петя, Катя, открывайте ворота. Добро пожаловать в мир динозавров. Миллионы лет назад нашу землю населяли динозавры. И они были очень большие и... и очень голодные. А эти динозавры в парке, они же не опасные, да? Не стоит бояться механических динозавров. Ой, смотрите, какая смешная птичка. Это не птичка, а птеродактиль. Смешная птичка? Да меня так никогда в жизни не оскорбляли. Механический хулиган. Странно, это была моя самая обаятельная улыбка. Клубничное, мое любимое. Стой, стой. Почему они все за нами бегут? Так задумано. Ты же сказал, что пообедал. Я пообедал, только мороженое — это не обед. Это мороженое. Лакомство с любимыми героями уже в продаже. Свитбокс. Целый мир в одной коробочке. Не откроешь — не узнаешь. Шоки-токи. Турбозавры в молочном шоколаде. Удивлять приятно. Кидсбокс. Шоколадный десерт и игрушка. Удивлять полезно. Ищите нас в магазинах страны и на маркетплейсах. Ссылка в описании. И вот Иван-Царевич... Петя, ты включай мультики, а я схожу за мороженым. Мы совсем немножечко, можно? Ага. О. А у нас телевизор не работает. А у нас холодильник не работает. Все мороженое растаяло. Да у нас электричества нет. Ни мультиков, ни мороженого. Как же мы теперь будем жить? Ну, как раньше жили, так и будем. Жить по старинке. Вот у меня старая динамо-машина. Если ее крутить, вырабатывается электричество. Так. Я пойду к соседям, посмотрю, есть ли у них или... Чис! Никак. Заржавело. А сильно ее крутить надо, чтобы лампочка загорелась. Она ржавая. Кто же ее раскрутит? А мы турбозавров позовем. Турбозавров вызывали? Позвольте
Дайте заняться профессионалу. Позвольте профессионалу заняться. И это правильно. А ты, Зер, лети на разведку и узнай, почему у ребят нет света. Турбозавры вперед! 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 Электричества нет, потому что упал один ветряк и. Что вы на меня так смотрите? Ветряк накренился из-за сильного ветра. А зачем там такой пропеллер? Это как динамо-машина. Только тут ветер крутит лопасти, а они вырабатывают электричество, от которого в доме работает холодильник, телевизор и горит свет. Чтобы починить ветряк, надо поставить его на место. Трак, ты поднимаешь, мы помогаем. А ты, Зер, маши флажком, когда он выпрямится. Ясно? Турбозавры вперед! Проверял. Осторожно, яма глубокая. А, это я от пчелы отмахиваюсь. Кыш-кыш. Ветряк надо зацепить выше, а троса Анки не хватает. Я знаю, что нужно. Ура! Подняли! Ура! Теперь в городе снова есть электричество! Через 5 минут затвердей, ты будет как камень. Никакой ураган не страшен. А что будем делать с катушкой? Ее надо поймать! Турбозавры, погоню за катушкой! Все-таки электричество очень важное и полезное изобретение. Бабушка! Мы крутили динамо-машину, а лампочка не горела. Почему? О, так лампочка 100 лет назад перегорела.